мистические и таинственные ведьмины круги. Вот они какие, красноголовые. Вот если я, наверное, в круг встану, я в какой-то центр силы зайду, наверное. А может, я не хочу. Да ладно. Вон какой тут растет красавчик маленький. Эти-то, наверное, погрызаны червяками всякими. О, это космос, это галактики. Это шляпки такие. Пообедали уже ими. Круг силы. Вот этот вообще здоровенный. Ой! Правый друг левый весь. Сейчас я его пну. Да, таинственный ритуал пинания мухоморов в ведьмином кругу. Бах! Дождь из мухоморов. Ко мне прилипла кожа. Она теперь в меня врастет. Я еще хочу пнуть. Тебя, ну, ты тоже, наверное, погрызанный. Вот так мухоморы и размножаются с помощью безумных грибников. Бабах! Дождь из мухоморов. То следующий. Ох! Не, я тебя не буду. Ты мне пригодишься. О, фу. Вот это вот с трупным пятном. Сейчас. На меня-то зачем на голову? Кожа-то это не хочет отлезать. Действительно. Вросло в меня все. Что делать? Что делать? Что делать? Вот еще один. Ой, чуть не уронил. Так, вот этот червивенький. Ну что, полетели? Ой, промазал. Бывает. Бах. По идее, еще должен падать и падать. Мухоморчики на голову мне. Эх. Так. Эй, промазал. Что-то уже не мелкий, по ним фиг попадешь. А тут явно в будущем году теперь будут расти мухоморы. Ну что, последний? Хватит. Я так, походу, весь этот круг силы-то похерил. Все. Ну, говорят, что в центре-то все уже съедено, и там грибам-то есть нечего. Попозже я, наверное, сюда пописываю. Чтоб росли. И росли. Мухоморчики. Вот тебя еще. Надо еще так вот их ногами порастереть. Вся нога уделана плотью забитых мухоморов. Все.